Так, чтобы разблокировать Google аккаунт, нам нужно скачать вот такие две программы, забросить их заранее на флешке, чтобы они пока были. Так, все. Сейчас возвращаемся до начального экрана. Вот у нас есть. Мы подключились к Wi-Fi. Вот, подключено. Вот у нас запрашивает. Что мы делаем? Нажимаем кнопку Home три раза. Включается Talkback у нас. Так, теперь можем отключить его, опять три раза нажимаем. И теперь делаем прокрутку. До пятого пункта нажимаем практика. Вставляем любой тут текст. Зажимаем, выделить все, трехеточие, показывать подсказки. Здесь вводим мои файлы. Выбираем мои файлы, выбираем карту памяти, и вот наши файлы. Так, сначала нам нужно установить Android 6. Так, цель безопасности, так, настройки, неизвестные источники ставим. Так, отключаем галочку, окей. Теперь установить. Так, готово. Теперь вторую программу устанавливаем. Нажимаем открыть. Так, открылась она у нас. Так, теперь нам нужно ввести аккаунты Google. Так, вот у нас ввестился аккаунты Google. Так, аккаунты Google. Так, выбираем аккаунты Google. Теперь нам нужно найти еду логин. Так. Вот, еду логин. Activity. Выше вроде нету. Нет, еду. Открываем. Теперь нам нужно нажать просмотреть. Так, здесь вот пароли. Так, ну тут нам надо нажать на трехеточие. Вот в браузер. Так, нажимаем ОК. Вот, теперь нас требует ввести логин и пароль. Так, сейчас я введу свои данные, вы свои вводите. Забыл уточнить, сюда вводите любой свой аккаунт, не тот, что был до этого, любой свой. Вот я все ввел, данные, логин, пароль, нажимаю войти. Все, теперь нам нужно просто перезагрузить телефон. И все должно быть нормально.
Продолжаем. Как видим, нас пустило. Так, как видим, все получилось. Нас приняла наш аккаунт. Теперь подтверждаем настройки стандартные. Как мы видим, телефон наш разблокировался. Сейчас глянем, какой аккаунт стоит. Стоит наша новая учетная запись. Все, мы можем теперь спокойно удалить и поставить какую нам угодно. Или оставить ту же самую. Все, всем спасибо, всем пока.